Всем привет, меня зовут Наталья Панченко, я автор проекта «Маминар». У меня свое СМИ, издаю сборник памяток по уходу за ребенком, и в нем продаю сама лично рекламу. У меня уже достаточно хороший результат, благодаря тому, что я постоянно учусь продажам у такого тренера, как Сергей Азимов. И вот я с большой радостью и очень счастлива, что я побывала на тренинге у Дмитрия Ткаченко. Да. Он так все легко провел, все последовательно, интересно. Сейчас не могу сказать, я эмоционально разговариваю, что мне понравилось, но мне понравился круг аргументов, и я по нему увидела, как можно вообще эффективно выстраивать как раз общение с клиентами, и даже и в семье, в личных отношениях тоже. Вот это супер. Ну и плюс все эти фишки, они еще раз у меня выстроились, еще сегодня новые фишки, узнала обработку аргументов, возражений, как закрыть сделку. И, в общем, я рассчитываю на то, что на 50% еще увеличить свою продуктивность в продажах и повысить чек средний за сделку. Ну вот, всем спасибо.